Сегодня французская полиция обнародовала предварительные итоги расследования дела, которое пресса уже окрестила дьявольщиной. В пригороде Парижа из окна третьего этажа выпрыгнула целая семья из 11 человек. Грудная девочка погибла, остальные получили травмы. Причину прыжка объяснили так. Испугались дьявола, пробравшегося в квартиру. По округе поползли слухи о неком спиритическом сеансе, который якобы проводила семья. Но, как выяснил Вадим Глускер, мистики в этом деле оказалось не так уж много. Ле-Верьер, западный пригород Парижа, город, входящий в так называемую зону отчуждения вокруг французской столицы, своеобразное гетто, в котором проживают преимущественно иммигранты из Африки. Арман здесь живет уже несколько лет, повидал всякое, но с таким ужасом сталкивается впервые. Один ребенок лежал здесь. Мама вот здесь, даже следы остались. Еще один малыш в этом месте, а вот там. В глубине двора еще остались следы крови от падения 4-месячной девочки, которая единственная не выжила в этой чудовищной драме. По одной из версий, в квартире, где находились 13 человек, что не является чем-то из ряда вон выходящим для таких кварталов, среди ночи заплакал грудной ребенок. Его отец, Франциско Константин, встал, чтобы накормить ребенка, будучи при этом совершенно голым. В этот самый момент супруга Франциско почему-то приняла мужа за дьявола и закричала. На помощь родственнице пришли невестка и зять, в результате чего обнаженный дьявол был ранен в руку. Он начал кричать на лестничной клетке. Я ему открыл дверь, а он голый, истекающий кровью. И тут я услышал шум. В эту минуту члены семьи, все 11, и решили выброситься из окна. То ли они действительно испугались дьявола, то ли, по другой версии, псевдодьявол их сам принудил сделать это, угрожая всем ножом. Когда мы прибыли на место происшествия, мы поняли, что вся семья проводила спиритический сеанс вуду. Они были в экзальтации, кто-то явно спровоцировал панику. В ходе предварительного расследования выяснилось, что семья практиковала не столько обряды вуду или дьявольщины, сколько жила по принципам полигамии. Так что массовый прыжок из окна, приведший к гибели 4-месячного ребенка, не более чем семейная драма и без всякого экзорцизма. Вадим Глускер и Тимур Воронов. Телекомпания НТВ.